Давайте в более широком масштабе рассмотрим. Как вы думаете, кто более заинтересован и играет роль в армяно-азербайджанском конфликте? Россия, Иран, Турция или США? Я думаю, на сегодняшний день, конечно, самую проактивную роль играет Турция, и это понятно. Играет хотя бы по той простой причине, что она фактически нейтрализует Россию. Россия заинтересована в Турции, как возмутитель спокойствия в НАТО. Да, Турция играет большую роль в геополитических раскладах, и где-то приходится чем-то, видимо, жертвовать. Если вы видели фотографии Самарканда, да, где Эрдоган сидит в центре стола, а вокруг него сидят все остальные, мне кажется, фотография очень много говорит о характере отношений. Эрдоган, на самом деле, оказался нужен всем.